Здравствуйте, сегодня хочу вам показать метод, как изменить ваш IP-адрес и скрываться от других людей в интернете. Для этого вам понадобится одна программа, называется HotSpot Shield. Ее можно скачать бесплатно в интернете, и сегодня я вам покажу, как она работает. Так, но для этого сделаем тест и сначала посмотрим, какой у меня IP-адрес. Так, сейчас видите мой IP-адрес. Так, чтобы его изменить, я открою эту программу. Я ее пока что выключил, но вы можете скачать в Гугле бесплатно, называется HotSpot Shield. Напишите это имя и получите ее бесплатно. Для этого нажать надо Connect и чуть подождать, пока она изменит ваш IP-адрес. Это займет всего лишь пару секунд, и еще можно изменить здесь территорию, где вы находитесь. Также я выбираю United Kingdom, потому что я сейчас пока что в Англии нахожусь. Так что, так, дальше. Это можно закрыть, и теперь My IP. Проверим еще раз. А, он уже выкидывает сразу Google. Вот. Видите, мой адрес уже сразу изменился, и я могу сейчас пользоваться интернетом другим IP-адресом. Что хорошо, потому что эта программа позволяет очень быстро изменить и пользоваться интернетом, потому что если вы, допустим, с этим раньше не связывались, если вы зайдете, допустим, в Mozilla или там Google Chrome, там есть аддоны, где можно закачать маленькие программки, которые меняют ваш IP-адрес. Они, да, они меняют его, но вы не можете им пользоваться, потому что, чтобы проверить просто вот как изменился ваш IP-адрес, займет где-то около 5 минут. То бишь, если открыть какой-то другой сайт, это просто будет невероятно долго. А эта программа открывает очень быстро. Может кто-то еще, допустим, сайт открыть, попробуем. О, смотрите, сразу быстро идет все. О, опа. Так что пользуйтесь на здоровье и ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Так что удачи, до свидания.